Привет, мои любимые подписчики и коллекционеры куколок Лол. Вместе с вами я продолжаю собирать свою коллекцию куколок Лол. Сегодня у нас будет смешанная распаковка. Куколки с настоящими волосами. Куколки Remix Hair Flip против куколок Лол Hair Goals 2 серии. Куколки Hair Goals 2 серии вышли сразу за куколками Remix. Какая серия куколок вам понравилась больше? Напишите мне об этом обязательно комментарии. А еще вдобавок к куколкам Remix мы откроем из этой серии питомца Lol Remix Pets. А это необычные питомцы, которые собрались на концерт, переоделись в куколок и выглядят очень-очень странно. Пожалуй, мы как раз начнем с первой коробочки. Коробочки и капсулы я взвесила и обязательно об этом расскажу вам в конце видео. Откроем эту коробочку, убираем инструкцию. У меня еще не было такой розовой коробки с питомцем. Внутри находится кассета Crew Remix. Она розовая, а на кассете, если выдвинуть ленту, находятся строчки 3 и 4. Их нужно наклеивать с обратной стороны на вкладыш у питомцев. У меня как раз нет 3 и 4 строчки. И еще не хватает 9 и 10. Их легко отклеить с ленты и приклеить на место, чтобы потом можно было прочитать весь текст. Посмотрим, какой питомец внутри. С ним в коробочке находится еще несколько свертков с сюрпризами. Питомец сразу виден за прозрачной упаковкой. Очень красивый. Какие у него разноцветные волосы. Это кто, зайчик у нас? Точно. Это зайчик, у него ушки еле видны за его огромным хвостиком. Очень красиво подведены глазки розовыми и голубыми тенями. Губы выкрашены ярко-розовой помадой. Беленькие лапки, на грудке кармашек и похоже на какую-то одежду на нем. Очень мне нравятся питомцы с волосами, особенно такие яркие и необычные. У питомцев такие же хорошие волосы, как и у куколок. Зайчик из Hip-Hop Club. Зовут его Фанк Банни. Как же его страшно опускать в воду с такими красивыми волосами, чтобы их не намочить в холодной воде. У зайчика окрасился костюмчик в синий цвет. Заглянем в его свертки. 4 пары туфель. На серебряной платформе нарисованы голубые звездочки. Голубая кружка тоже со звездами. Его музыкальный инструмент в форме звезды. Гриф заканчивается тоже голубой звездой. Серебряные очки в форме звезд. Голубой концертный костюм с синими вставками, голубыми звездочками и ручками, которые присущи именно этой серии питомцев. У питомца очень хорошо на ножках держатся туфельки. И костюмчик я на него надевала уже тогда, когда надела все 4 туфли. В очках. И с музыкальным инструментом. Один из моих любимых персонажей этой серии. Посмотрим, какие куколки серии Remix находятся в моих коробочках. Убираем инструкцию. Видно, что колонка с проигрывателем серебряная. Крышка проигрывателя голубая. Внутри куколка. Она тоже в голубой упаковке. Такая же прозрачная, как у питомцев. У куколки карие глазки. Много веснушек на щечках и на носике. Очень ярко у нее накрашены ресницы. Я думаю, вам видно немножко брак глаза, что он плоховато прокрашен к центру носика куколки. Очень многие жаловались на то, что у этих куколок есть проблемы с глазами и не очень хорошо они окрашены. Поэтому тоже хочу вас предупредить, чтобы вы к этой серии куколок были внимательны и смотрели заранее, что покупаете, если это возможно. В ушках у нее серебряные сережки в форме английской булавки. Прядки волос выбиваются и из-под челочки. Волосы очень кудрявые, часть из них голубая, а часть зеленого цвета. Впереди волосы собраны в два хвостика, а сзади они просто распущены. И я думаю, что сюрприз как раз находится у нее в этих хвостиках. Если вы снимете резиночки, то в голубом хвостике обнаружите зеленую прядку. А в зеленом хвостике обнаружите голубую прядку. Мне бывает очень жалко лохматить куколок, и поэтому я не стану распускать ей сюрпризы. А вот сама куколка в рваных колготках и в таком же клетчатом костюмчике. Посмотрим, как ее зовут на вкладыше куколок Remix Hair Flip. Всего в этой коллекции, как вы наверняка знаете, 12 куколок. Куколка с сине-зелеными волосами из рок-клуба. Куколку зовут Rebel, в переводе бунтарь.
Посмотрим, что будет в холодной воде. У нее проступил купальник, трусики окрасились в синий цвет, верх купальника в розовый и зеленый, и на ножках появились цветные гольфы разного цвета, один розовый, а второй зеленый. Рукава тоже стали разного цвета, и спинка выглядит точно так же. Посмотрим, что в желтых пакетиках куколки. Также вместе с ней две строчки из песни Крю Ремикс, 8 и 9. Я уже собрала все строчки из этой песни и могу ее прочитать. Оформление пластинки куколки с ее именем. Пластинка внутри голубая. Она используется для проигрывателя, но все равно это очень интересный кукольный атрибут. А вот в сюрпризах у нее две черные резиночки с серебряными кубиками, маленький черный фотоаппарат с фото и фото с куколками Stix Queen и Най-Най. Желтая бутылочка, как будто в черных брызгах. VIP-пропуск, я думаю, что на концерт. Черные сапожки на замочках с желтыми вставками. Желтая расческа и серебряные браслеты с шипами. Темно-серый костюм с черной жилеткой, на которой видны серебряные клепки. На полосатой футболке желтая молния. Ее серая юбка будто в черных брызгах, и на ней виднеется серебряный пояс с цепочками. Две скрещенные булавки. Вот как выглядит маленькая бунтарка. Откроем вторую коробочку из серии Remix Hair Flip. Вижу, что проигрыватель здесь розовый. Динамик тоже серебряный, а значит, эта куколка у меня тоже не редкая. В розовой коробочке лежит, я думаю, одна из желанных куколок и очень популярных в этой серии. Она из хип-хоп-клуба, зовут ее Superfly. Эта куколка темнокожая, у нее много-много мелких розовых косичек, причем волосы у нее двух цветов, темно-розового и светло-розового. На макушке завязан огромный хвост и волосы вдобавок в кудряшках. Очень интересные на ощупь. Глазки у нее синие, на одном глазике тоже можно различить небольшой брак, чуть-чуть не прокрас. Тени зеленого цвета, очень яркие, ей очень идут. В ушках золотые колечки, у нее очень необычный зеленый купальный костюм сетчатый, а на ножках черные туфельки. Сбоку на штанишках черные лампасы. В холодной воде цвет ее костюма не поменялся, а в теплой исчезли черные элементы, черная сеточка и черные носочки. И получился нежно-зеленый сетчатый топ и зеленые штанишки в белую полосочку. Так ее костюм выглядит со спинки. Сюрприз в ее волосах скрыт в хвостике. Здесь есть еще дополнительные розовые пряди, которые можно распустить. Что же в сюрпризах? Пластинка Superfly. Очень красивая картинка, на которой изображена куколка. Ее пластинка розовая. Строчки из песни 1, 2, 3 и 4. А среди сюрпризов фиолетовая кружечка с напитком. Написано, что здесь голубая ягода. Зеленый гребешок и розовые очки в золотой оправе. Тканевая зеленая резиночка. Фиолетовый горошек, розовые ботиночки со шнурками, розовый костюмчик, топик на лямках с розовым кармашком и розовые шортики с зеленым поясом. Малышка в розовом очень симпатичная, такая понравится любой девочке. Образ в очках. Вот мы и добрались до куколок LOL Hair Girls второй серии. У меня пока что их только две, но я жду еще посылку с этими куколками и надеюсь собрать всю серию. А если вы не видели предыдущее видео с распаковкой этих куколок, то советую вам его посмотреть. Перейдите по ссылке в описании или вот тут в уголочке. Открываем молнию с феном. Под первым слоем нет никакой подсказки, но можно увидеть, что это моя первая голубая капсула. Снимаем второй слой. На донышке находится инструкция. В инструкции находится зеркальце. Упаковка выполнена в форме лака для волос. Если сверху мы откроем крышечку, то в голубом пакетике обнаружим ручку и подставку.
для того, чтобы превратить эту капсулу в переносную сумочку. Открываем створки. На подсказке нарисованы две девочки и косметичка. Макияж. Вкладыш с куколками коллекции. Их всего 9, и мне осталось собрать всего 5 штучек. Тут упаковка с куколкой уже непрозрачная, как это было в серии ремикс. И для того, чтобы увидеть, кто там, нужно упаковку открыть. Какая кареглазая красотка! У нее черные волосы и такие красивые косички. С каждой стороны по 4 косы. Волосы рядком у нее разделены на 2 части. Что это за пятнышко у нее на подбородке? А носочки очень яркие, с синими и красными ромбами. Водой это пятнышко не удалилось, поэтому я взяла ватную палочку. Намочила ее жидкостью для снятия лака, но будьте очень осторожны, тереть можно только те места, где нет краски, потому что вместе с ней вы можете стереть и рисунок, который находится рядом. Вот и все, неприятность устранена. Надеюсь, этот совет вам тоже поможет, но очень будьте осторожны с областью вокруг глаз. В голубой капсуле находится куколка из ретро-клуба, которую зовут Offbeat. Все куколки этой серии, как и куколки Remix, меняют свой цвет в холодной или теплой воде. У этой куколки в холодной воде появляется красная кофта с длинным рукавом и номером 33, синие трусики. На спинке она выглядит точно так же, но без надписи. У серии Hair Goals есть не только свертки с сюрпризами, наклеечки. Сюрпризы находятся в 2 бигудях. Первый тоже завернутый в сверток, желтая расческа-гребешок, а во второй белый пакет молока с красной крышечкой и красными надписями. Цвет капсулы очень красивый. Посмотрим, какие у нее еще есть сюрпризы. Красная сумка на пояс и красный чемоданчик. Бежевые туфельки с белыми шнурками и синим верхом. Белый комбинезон с голубыми кляксами и яркая футболка в желто-красную полоску. 4 черные резиночки, 2 с желтым декором, а 2 с красным. Розовые очки без стекол с рисунком леопард. Еще одна куколка милота, и мне кажется, что она гораздо симпатичнее, чем нарисовано на картинке. А так она выглядит, если примерить очки. У меня осталась последняя капсула и последняя куколка на сегодня. Что же интересно скрывается в ней? Под первым слоем видно, что капсула ярко-розовая. С донышка выпала инструкция и находится зеркальце в форме звездочки. В верхней части ручка и подставка розового цвета. Открываем дверцу спрея. Какая куколка тут? Ребята, это снова куколка, у которой бигуди на голове. А у нас давным-давно не было с вами конкурсов на повторки, которые мне попадались. Значит, эта куколка будет участвовать у нас в конкурсе. Для участия в конкурсе вам нужно быть подписчиком моего канала, поставить лайк этому видео и написать комментарий. В комментариях напишите, какая серия куколок вам больше понравилась, Remix или Hair Goals. А я выберу победителя с помощью рандомной системы из тех, кто правильно выполнил условия конкурса. Через 2 недели я подведу итоги. А теперь информация о весе куколок. В серии LOL Remix Hair Flip мне попалась куколка Ribble. Ее вес в коробочке составлял 411 граммов. Куколка Superfly весила 418. Из коллекции питомцев. Коробочка с питомцем Funk Bunny весила 291 грамм. А вот из второй серии Hair Goals мне попалась куколка Offbeat. И она весила 277 грамм. А вот повторная куколка Wake Up Cutie весила 280. Что отличается от первой моей куколки на целых 5 грамм, которая весила 275. Мне попались очень замечательные куколки. Желаю и вам удачи в сборе коллекции. Увидимся с вами в следующих видео. Участвуйте в конкурсе. Пока-пока.